Всем привет, уважаемые подписчики и зрители канала, с вами Титан и там Хаммер, он опять не с нами в игре, но с нами в комнате. Он смотрит стрим Лёши, который длится непонятно уже сколько. 8 часов. Мы продолжаем, я продолжаю вас мучить постройкой, а может не мучить. Ты что, ещё не сделал это? Да, постройкой у меня осталось две. Нет, одна. Мне осталась одна. Ну-ка, если... Ой. Убрал. А. Извиняюсь, одна осталась так. Мне осталась одна микросхемка. И все. И у нас готов жесткий диск будет. Будет готов жесткий диск. Этому мы ждали очень долго. Давай. Так, пока она там доделывается. Мы сделаем с вами один алмазный и три алмазных. Один вот здесь и три здесь. Так. А! О! Я, уважаемые подписчики, понял. Нужно еще 9. Еще нужно 9. Ничего. Потому что у нас, видите, тут стоит еще 9. Ничего. Та-та-да-та-та-да-та-та-да. Ну, мы дождемся сейчас 27-ю и сделаем что-то там, что делается из 27. Или еще что-нибудь. Сейчас посмотрим. Так. У нас, как обычно, неравномерно делаются двигатели из-за лавы. Как обычно... из этой системы. Давайте здесь уберем вообще. Здесь вообще какая-то система странная. Эх, канистры. Вы не совсем удобные. Из-за этого все мучаемся. Так. У меня еще есть 1, 2, 3, 4, еще 4 нормальных канистры. Давайте куда-нибудь их поставим. Куда мы их? Сюда? Нет, сюда я их если поставлю, я уже вот это не доделаю. Давайте-ка тогда, не знаю. Да, давайте-ка обратно их положу. Зачем я их взял? Так. Что там у нас? У нас есть 27. Ура. Так, 27 есть. Пока делаем то, что из 27. А нужно 27 вот этих, да, вот этих, да. И наоборот. А наоборот можно? Можно. 27. Вот этих. Так вот. Не, давайте я посмотрю. Я не хочу рисковать. Давайте посмотрим. Давайте-ка посмотрим-ка. Крестик. Давайте-ка. Вот так, я уже знаю это вот так вот. Давайте-ка. Та-дам! 27. Это хорошо. Идем дальше. Ай. Закапываемся дальше. Закапываемся. Закопались. 27. Раскопались. Сегмент памяти.
сегмента памяти, ячейка памяти, сегмента памяти 9. А знаете, как мы сделаем? Мне удобнее вот здесь вот будет делать сегмент памяти. Так вот. Сегмент памяти. Давайте-ка мы так сделаем. Давайте-ка мы сделаем. Так. То есть. А, ну все, правильно, все сходится. 9. А, вот нам 9 так и надо, да. Так и надо нам 9. Хорошо, уважаемые подписчики. Я понял. Так. Тут. Так. Да, не ругайтесь, я знаю, что я. Что я не могу посчитать. Но. Я так сделаю. Ага, я обманул. Так. И мы ждем 9 штук. Есть? Да, мы это будем долго ждать. Так вот. Будем долго ждать. Что бы можно сделать такое, чтобы не ждать? Чтобы такое вам показать. Сходить в ад, что ли? Сходить в ад и переставить помпу. А тогда у меня эти... Меня зашкорил. Ящик меня съел, ящик. И тогда у меня вот эти никак не это. А, смотрю, у Лёши стримили уже глаза, по-моему, красные, Лёша. Лёша, у тебя глаза красные уже. Да, Лёша, если будешь смотреть, привет тебе. Так. Эх, не хочется ждать. Хочется что-то показать. Так. Нет, всё-таки не пойду пока в ад, потому что... Ну. Хотя тогда бы лазеры все работали быстро. Я даже не знаю. Эх, мы лазеры. Хамик там смеется, он не надо мной, он над Лешей, видимо. 7 штук осталось. Что бы сделать? Может быть, я нажму на паузу, дождусь. Это будет логичнее, может быть, потому что больше ничего сделать как бы и не могу такого интересного сейчас пока что. Давайте-ка, или что? Или пойти в ад вам показать там, помпу переделать. В ад, переделать помпу. Ну, чтобы это. Чтобы помпу переделать, да. Ну, чтобы не скучно было. Чтобы не скучно было в аду, конечно, не соскучитесь, это понятно. У нас есть как раз 10 минуток. А тебя вот там слышу. Давай так, у меня это есть, И вот это у меня выложено. Если бы вот это я... Кирки нету. Да есть кирка. Она сломается скоро. Это у меня... Давайте-ка, как я сделаю, по-хитрому сделаю. Сейчас найдем сундучок. Пустой вот сундучок. Давайте здесь у меня будет вот так. Хамик смеется из-за Лёши там. Вы не подумайте. Он смотрит стрим Лёши. Так вот, давайте-ка я сделаю. Давайте это выложу. И потом я это заберу, потому что меня могут убить. Так. Красивые у него глаза. Да, Лёша смотрит. Так,
И пойду я в ад. Давайте, у нас есть 10 минут. Как раз я покажу, как переставляется помпа. Я думаю, это место буду искать, как раз 10 минут пройдет. Ну что, пойдем. Так, что у нас еще? Еда есть. У тебя есть. Это вот. Есть, да, кирка есть. Зачем тебе 49 морковок? 49 морковок? Ну почему? Так, 22.30, так, это я свое просто считаю, так. Возьмем кирку. А, вот, да, ведро. Ведро оно необычное. Это слава, это нам нужно будет для... Нет, это на празднике в инвентаре. Оно необычное там. Все, так. Мне главное вспомнить, где помпу. Я же помпу переставлял с того места, но другое. Я конечно, ты помню. Уже переставлял? Да, один раз я уже помпу переставлял. Вот здесь вот она стояла. Помпа, она здесь что-то выключила. А я... когда ты успел? Ну, я не видел. Я в будние дни успел. Покажи, я не вижу. Ай-я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 й! Вот я о чем и говорил. Хорошо, газ-то мы не боимся, Где он? Давай. Ну, а вот слезу бы газ-то вышибить, это было хорошо. Давай, ну-ка, ну. Так, хорошо. Он там разбомбался, наверное. Разворотился. Так, я хочу газ-то убить. Почему? Потому что слеза Гаста, я не помню, конечно, но где-то очень она нужна. Слеза Гаста. Давай, иди сюда. Ну. Да где ты, Гаст? Иди сюда. Давай. Опа. Давай. Опа. Так, мне бы не загореться тут. Давай. Ну давай. А вон она помпа. Помпа, да, вот она, помпа, вы видите. Она здесь уже выкачала. А ты снимал это? Как помпу я переставлял, это я не снимал, потому что один раз я снял, как помпу ставил, а второй раз я не вставлял. Так, Гаст. Гаст, я хочу выбить у тебя. Так. Знаете, что такое? Потому что он над лавой, а я хочу... А, вот он не над лавой как раз. Давай, родимый. Ну, давай. Давай. Да что ж такое-то? Во. Давай еще раз поиграем, давай. Поиграем в баскетбол. Да, я чувствую, я поиграю в баскетбол. Я не могу. Почему оно не всегда отбивается-то? Вот ты играешь в баскетбол. Не всегда, но... Ты мне там помпу не зови, слышишь? Гаст. Где он? Ну, он там улетел, конечно. Пойду. Я отбил? Ты отбил. Ладно. Как-то мне это не нравится. Это сейчас, если прилетит еще, когда я это все делаю, вот это будет... Это будет жесть. Так, у меня есть 5 минут найти новое место. Мне тут газ-то как бы вообще нежелательно, конечно. Мне тут газ-то нежелательно. Главное, куда-то помпу поставить, чтобы недалеко.
И не близко. Так, сразу мы сделаем вот так вот. Иначе я там это самое так. Так, 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 так. Так, оп, так, оп. Так, оп. Да, надо, чтобы помпа еще же это не упала в лаву. Помпа не упала в лаву. Помпа не упала в лаву. О. Вот. Так, помпа не упала в лаву. Так. Все, помпа не упала в лаву. Это все не упало, ничего никуда. Ничего никуда. Нет, ничего никуда. Ничего никуда. Так, 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 так. Трубы, трубы. Ключик. Ведро с лавой. Ведро с лавой. А давайте-ка мы одно ведро. То есть мы два сделаем ведра. Что-то я не могу набрать. Давай, 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 давай. А она отсюда не загорается, надо что. Давай, о, все, забралось. О, да. Вот так вот сделаем. Теперь нам надо найти место для помпы. Мне далеко не хочется ходить. А близко у нас осталось 3 минутки. А близко все как бы вытащили уже. Поэтому такая дилемма. Вроде как далеко не хочется, а близко. Газ, ты все еще на меня. Это самое на меня, типа, да? Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Почему вот не сразу убивается? Вот. Вот. Давай, давай. Почему она не сразу? Ну, он так хорошо стоит тут. О, улетело. Все. А лучше бы к нему подойти, я бы его... Тогда шандарахнул. Мечом? Да. А он убегает. Ну вот ты прям. А? Ты можешь там меня разбомбить? Ну, там Дениске надо. Дениска, извини, если ты смотришь. Я. А он уже там не этот. У нас. Я! Что ж такое-то? Да, это что такое? Тут весело, когда папу избивают, это, конечно, смешно, конечно. Все постоянно. Пейнтбол поиграть хотел, да? Пейнтбол, да. Пейнтбол, блин. Да что ж такое, ну? А он сейчас уже над лавой. Да, ты сейчас разбомбишь Дениска, мост. Да я, Дениска, извини. Давай, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Иди сюда. Иди сюда, ну-ка. Иди сюда его. Идите, идите, идите. Я бы его с лука снял. Иди, 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 иди. Есть. Так, слеза. Слезы нет. Фу. Да, блин, а. Я столько, как говорится, Так, хорошо, у нас время уже закончилось. Чтобы показать вам, как помпу я ставлю, тоже, в принципе, это интересная вещь.
Я хотя уже показывал. Но здесь что у нас? А смотри-ка, здесь нормальненько озерцо такое. Давайте-ка. Я тут не жадничаю, вижу озерцо. Давайте. Тут главное, чтобы близко. А близко это значит. Это значит недалеко идти. Вот, видите, тут недалеко все. Давайте-ка мы. Сейчас тебя скинем. Давайте-ка мы тут и поставим. Давайте-ка мы тут и поставим. Чего тут песок в воду? Я не знаю, кто это делал. Значит, так, значит, мы берем помпу. Ставим помпу. Ты че? Я ж помпу ставлю, мужик. Давай, не пугай меня. Я и так это. Я и так. По одной бери. Мне и так это самое. Ставим. Ты же знаешь. Я и так тут пугаюсь, ты меня что-то пугаешь. Ну как-то заполнилось. Ну ладно. Так, потом мы берем это самое, это трубы, ведро лавы, так, ключика, не знаю, надо мне надо. 8 часов, 1,5-8 часов. Ключик надо или не надо, так, так, чанк лоудер. Делаем один чанк, чтобы не 9 чанков, один чанк. Один чанк. Не, надо 2 чанка. То есть 9 чанков. Вот, нормально. Так. Он заканчивается. Леша заканчивает, понятно. Так, давайте-ка мы. Ему надо ехать. Так, слушай, я что-то забыл. Так. 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 Что я правильно сделал? Нет. Шмак неправильно что-то сделать. Правильно. А сегодня закончила. Все. Так, вот это колесико забыл. Так вот. Он остановился, да? Да. Красные глаза у Лёши. Так, слушай. Как он смешно остановился? Я забыл. Так, надо посмотреть. Как оно? Это закончился или это? Сделалось. Наверное, вот так. В общем, я забыл, уважаемые подписчики. Но я сейчас это посмотрю. Вот, в общем, всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, ставьте лайки. Всем еще раз спасибо. Всем. Сейчас я выйду тут. Всем пока, я там проверю, и все будет хорошо. Всем пока. Можешь говорить пока? Всем пока. Хай, говорит, всем пока. Пока.